Раз, два, три. Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики. Вас приветствует первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Меня зовут Печальный Астронотус. Сегодня в этом лайв-видео мы отвечаем на очередной вопрос от нашего подписчика, который нам показался весьма интересным и посвященным истории акваскейпинга. Человеку было очень интересно, откуда же это вообще пошло, кто был первым, откуда это все взялось, какое состояние сейчас, какое состояние у нас в стране. Ну и нас, в меру своих компетенций, мы сегодня этот вопрос прокомментируем. Олежище, привет, здоровайся со зрителями. Привет, Дмитрий, привет, друзья. И я рад наконец-то поговорить по поводу акваскейпа. А то мы что-то все про коряги, про всякое не то, что мне нравится. Акваскейп — это моя любовь. И я очень рад, что задаются такие вопросы в комментариях. Я вижу, что аквариумистика России стала лучше. И я очень рад, что подписчик наш задал такой вопрос. Значит, это кому-то нужно, и я с удовольствием постараюсь поделиться своими эмоциями, своими впечатлениями об этом замечательном виде, направлении в аквариумистике. Вот, мне бы хотелось, наверное, чтобы этот ролик стал таким душевным, классным и сочным. Вот. Ну, давай, наверное, выскажем каждое свое мнение в меру там прочитанного, в меру узнанного. Как ты считаешь, вообще откуда пошел сам акваскейпинг? Я потом тоже выскажу свое мнение. Акваскейпинг — это вид изобразительного искусства. Пошел он, получается, с давних времен и с наскальной живописью. Но, как известно, великий, могучий Такаши Амано вдохнул в жизнь в это изобразительное искусство. В далекие там 70-е, 80-е годы, когда мы все еще под стол лазили, а кто-то еще даже не родился, Такаши Амано уже своим вдохновением, своим видением уже воплощал шедевры под водой. И многих это очень сильно впечатлило. Я, так скажем, просто в восторге от того, как, насколько Такаши Амано, как человек, был силен духом. То есть это не каждому дано вот со старта из ничего создать что-то. И что-то, что понравится всему миру. Поэтому, отвечая на вопрос, откуда это пошло, от наскальной живописи и до Такаши Амано. Такаши Амано просто вдохнул в это свой японский дух. Олег, а вот твое мнение, ну наверняка ты знаешь о таком направлении, как голландский аквариум. Вот голландский аквариум, он развивался самобытно, в основном, ну как это неудивительно, он развивался в Европе и сильно, в общем, отличается от японского искусства аквариумистики, имеет свою традицию. Вот как ты считаешь, голландский аквариум имеет отношение к акваскейпингу или не имеет? Да, конечно, имеет. Более того, я могу сказать, что и биотопный аквариум, конкурсы биотопного аквариума, они построены на акваскейпинге. Поэтому, скажем так, что голландский аквариум, что биотопный аквариум, они немножко преследуют другие цели, но все равно это вид изобразительного искусства. Для меня просто акваскейп в понимании Такаши Амано – это наивысшая степень вовлеченности в мир растительного аквариума. Объясню почему. Ну, биотопный аквариум для меня слишком прост. Я имею в виду слишком прост в плане содержания, сотворения. Там, по сути, имитируется биотопное содержание того или иного гидробионта. Для меня это скучно. Хорошо это или плохо, я не спорю. Нисколько не хочу обидеть ребят, которые, ну, реально, то есть, биотопят. И то же самое голландский аквариум. Голландский аквариум для меня это, ну, просто куча растений, которые красиво подстрижены. То есть мне интересен акваскейп с точки построения хардскейпа, аквариумной композиции. То есть чтобы это не только был аквариум с травой, а чтобы видна была идея автора, мысль автора, душа автора. И каждая на самом деле работа, особенно если вы будете следить за работами именитых акваскейперов, она вот прям передает, так скажем, подчерк автора. Я забегу вперед, Адам Паштелло. Если вы, ну, поговорим о нем попозже, но смысл, вот его работу ни с чем не спутаешь. Вам покажи 1000 работ, и ты одну увидишь и скажешь, о, это Адам Паштелло из Польши. Вот, и я к чему клоню? То есть для меня акваскейп именно в японском понимании, в том, в котором он привел его Такаши Амано, неважно, наземный, подземный пейзаж, это в первую очередь я, это моя душа, это язык тролля, хоррор и все такое. Вот. И поэтому
Я наивысшую реализацию в аквариумистике вижу в этом. Вот чтобы вы понимали, насколько на самом-то деле многогранна фанфишка, вот Олег у нас приверженец Азии, а я яростный сторонник Европы. И голландский аквариум лично мне куда ближе, нежели чем японский. Объясню свое мнение, как по мне, в японском аквариуме чрезмерно убрано. Я очень большой поклонник и фанат снорклинга. Кто не знает, это погружение под воду без аквалангистского снаряжения специального, на задержке дыхания. И сколько я не нырял в самые разные водоемы, я ни разу не видел ничего подобного японскому аквариуму. А вот подобного голландскому аквариуму видел много-много раз. И вот, честно скажу, мне лично ближе, когда все действительно в каком-то неком небольшом беспорядке находится, а когда действительно растения, что называется, буйствуют и отбивают свое место, и это больше похоже на действительно на дно. Но японская школа не то что имеет место на жизнь, это прекрасное и удивительное искусство. Просто нужно понимать, что ну каждому свое. Кто-то за Японию, кто-то за Европу. Реши, на чьей стороне ты, и обязательно напиши в комментариях. Мы сегодня будем показывать, я думаю, японские и голландские аквариумы вставками. Обязательно напишите, вот вы на чьей стороне, на стороне Европы или на стороне Азии. Будем ждать ваших комментов. Олег, ну давай, наверное, вот с Такаши Амано понятно, да, что действительно это великий человек, основоположник концепции того самого природного японского аквариума. Но, как мы знаем, к сожалению, наш жестокий мир он покинул. Но его дело, как мы знаем, сейчас продолжается. Вот расскажи, пожалуйста, о текущем положении дел в компании ADA и вообще, кто продолжает сейчас дело великого Такаши Амано. Дмитрий, я продолжу, но я, во-первых, хотел сказать, для меня откровение, что ты у нас, оказывается, моряк-подводник. Это первое. Первый раз слышу. Вот мы сколько с Дмитрием дружим, лет 60, 70, 80, первый раз слышу. А во-вторых, я хотел с тобой поспорить по поводу того, что ты, когда ныряя, не видишь японского сада, ты видишь там что-то голландское. А у меня вопрос. Ну хорошо, давайте мы возьмем биотопный аквариум. А где вы видели, вот возьмите победные работы биотопного аквариума, где вы видели в природе такое? В 99 случаях биотопный аквариум – это какашки нильского крокодила, ил, грязь, ветки-палки и банка пепсиколы на дне аквариума. Ой, тьфу, господи, на дне реки, озера или другого биотопа. То есть я поспорю в плане того, что тогда мы должны делать в аквариуме как природа-мать. Накидать туда крокодилов, бегемотов, обезьян, там, накидать палок, там, всяких пробок, извините, резиновых изделий и все. И тогда будет эта природа. Но, к сожалению, это так. Я не спорю, что есть красивые места, не спорю, что есть, скажем так, действительно красивые подводные пейзажи. Но их 1% из 99%. Это так, ремарка, эмоция, просто тема моя, поэтому я очень, так скажем, эмоционирую, и мне хочется донести о том, что неважно, кто вы, биотопер, акваскейпер, голландский там аквариум вам нравится, или вы вообще ударены копчиком об циклиник, то, ну, это дело вкуса, но все равно аквариум – это красиво, это искусство, мы не должны делать некрасиво. Вот опять же, объясняя свою нелюбовь к биотопам, мне не нравится некрасиво, я хочу перфекционизма, я хочу, чтобы это было красиво, как конфетка. Ну, опять же, это я. Может, кто-то со мной не согласится. Опять же, как Дмитрий, по-моему, сказал, в комментариях давайте все выскажемся по поводу биотопов, голландского аквариума и, ну, и, понятно, по акваскейпингу. Так, и ты меня спрашивал, кто, чего, куда сейчас в Японии. Как известно, в 2015 году, к сожалению, маэстро, магистр, называйте как хотите, Такаши Амано, он умер. Умер он от пневмонии, насколько я знаю. Ну, умер он в 60 лет, опять же, да, то есть не такой большой возраст, но, к сожалению, так скажем, человек ушел. И дело его продолжили женские плечи, скажем так. Сейчас, на самом деле, кому интересно, возглавляет генеральным директором компании ADA, стала его супруга. Я, к сожалению, на японском не очень понял, как ее имя. Шаноби. Шаноби Амано. Но если кто-то вот знает в теме, поправьте меня. Шаноби Амано, жена Такаши Амано, она сейчас стала гендиректором.
А конкурс ADA возглавляет оргкомитет его дочка Саюри Амано. У меня, к сожалению, я не нашел видео кадров с дочкой Амано, поэтому вот сейчас на ваших экранах всплывает фотография, где вы можете увидеть Саюри, Такаши Амано и посередине Сергей Михайлович Кочетов, наш великий тоже могучий аквариумист, который сделал очень многое в аквариумистике России и в 80-х, и в 90-х. Ну, в общем, ребята, кто знает, тот его знает. Кто не знает, познакомьтесь, пожалуйста. Тот тоже великий человек, и до недавнего времени он был судьей Амановского конкурса. Вот, поэтому что мне хочется сказать? Слушай, да? Давай небольшую вставочку, раз уж мы про нашего тоже великого соотечественника вот все вспомнили. Давайте похлопаем все вместе ему, хорошо? Не против? Давайте. Спасибо вам большое за все, что вы сделали для аквариумистики. Да. Сергей Михайлович, и мне довелось с ним лично пообщаться, хоть и коротенечко, скажем, но я передаю свой крымский привет человеку и действительно благодарен, потому что многие книги, так скажем, когда не было интернета, Сергей Михайлович очень сильно выручал. Вот, когда есть интернет, конечно, уже все перечитано, и это YouTube рулит, что ли, так скажем. Но тем не менее, то есть огромное спасибо. Так, и что мне хотелось сказать? И вот закончу, наверное, мысль тем, что когда начинают рассказывать, что конкурс Такаши Амано, там умер, конкурс умер, и вообще, ребята, это огромный титанический труд. И я вот благодарен женским плечам Шаноби и Саюри за то, что они продолжили дело своего отца. Это титанический труд. И кто занимался конкурсами или вообще организацией любого мероприятия, понимают, что это, ну, это не просто так. Это огромные финансовые затраты, это огромные организационные затраты. А если это говорить о качественном международном конкурсе, поддерживать его на высшем уровне, это дорогого стоит, поэтому, ну, как это, давайте еще раз похлопаем, вот, в японском стиле как-нибудь так, то есть, ну, без шуток, это круто, это очень круто, что дело Такаши Амано было продолжено. Передаю тебе слово. Да, спасибо тебе за то, что доложился о состоянии дел сейчас в ADA. Думаю, многим было это интересно. Но, кстати, вот как вы видите, да, хоть мы и вроде представители одного канала и должны, наверное, изображать здесь такое единомыслие, но его нет, как вы видите, да, что у нас имеются разногласия. При всем при этом мне очень нравятся аквариумы Олега. Я каждый вижу намного раньше, чем увидят и судьи, и даже простые зрители. Так что, наверное, вот это самая важная мысль, которая сегодня будет донесена, что, наверное, акваскейп – это то, что вы хотите назвать акваскейпом. Главное, что в это вложена душа. А в каком стиле он был сделан? Если даже вы биотоп, так не очень уж, который нравится, например, вот Олегу, да, сделаете действительно с душой красиво и так, что все ахнут, можно назвать, наверное, акваскейпом будет и его. Теперь давай, наверное, скажем вот что. У нас уже много роликов было, посвященных самому искусству акваскейпинга. Обязательно их пересмотрите. Если кто не смотрел, посмотрите сначала. Мы уже и про основы композиции рассказывали, и разбирали некоторые работы. Вот, а теперь я тебе, знаешь, Олег, какой хочу задать вопрос. Вот назови хотя бы 2-3 людей сейчас, и желательно из вот современников, кто сейчас делает аквариумы, на кого ты бы рекомендовал, ну вот именно свой топ такой, на кого бы ты рекомендовал равняться и на кого равняешься сам? Кто сейчас, по твоему мнению, круче всех у нас в мире? Друзья, ну, во-первых, акваскейперов очень много. Скажем так, во-первых, фактически вот в сотке ты всегда встречаешь знакомые имена и фамилии. И поэтому, ну, кого-то выделить достаточно сложно. Но я в первую очередь, наверное, выделю свою подруженцу Терезу Лазар, акваскейпера Украины. Вот, умничка, молодец. Вы ее работы неоднократно видели на нашем канале. И я рад общению, дружбе, перенятию опыта. Это круто, это очень важно, когда есть, так скажем, под рукой, как это сказать, неправильно под рукой, ну, короче, есть, когда есть друг в этом деле, это очень важно, советы и понимание. Ну, а так, из мировых товарищей, слушайте, ну, я, во-первых, вообще считаю, что если кто-то зашел в топ-300, это уже можете себя считать акваскейпером, в принципе-то.
Вот. Ну а из мировых, ну я могу сказать, что однозначно я учился на мастер-классах и на работах Джоша Сима. Джош Сим, неоднократно он тоже был у нас на канале, великий, могучий акваскейпер из Малайзии, который победил все, что только можно в аквариумистике, в аквариумных конкурсах. И действительно у человека огромный талант. Посмотрите, опять же, давайте так поступим. Вот я буду называть фамилии, имена, вы просто вбиваете их и смотрите их работы в конкурсе, их мастер-классы, их странички, паблики. И цель-то, опять же, мне не проговорить фамилии, имена, а чтобы вы их запомнили и учились у этих ребят. Допустим, вот второй человек, которого бы я назвал, это Адам Паштелло, я его уже называл в этом ролике. Это владелец дизайн-студии Амана в Польше. До недавнего времени он участвовал в конкурсе. И его стилистика, она действительно уникальна. У него веточки, палочки. То есть, ну, работа очень ювелирная. И он своим стилем заслужил признание в международных конкурсах. Не только в амановском конкурсе. Вот. И однозначно, посмотрите и загуглите его, посмотрите, допустим, его мастер-классы, какие-то разговоры на той же Гринакве. Человек великолепный, а сейчас он стал судьей. Сейчас он судья, забросил, так скажем, вот это все рукоблудие в аквариуме и стал судьей амановского конкурса. Кого я еще могу выделить? Ну, однозначно, до недавнего времени гремело имя Такаюки Фукада. Тоже неоднократный победитель амановского конкурса. Пожалуйста, посмотрите его великолепные топовые победные работы. Ну и тоже, я думаю, можно в Фейсбуке найти его страничку. Слушай, я хочу еще выделить вот победитель этого года. Дружище, скажем так, с Филиппин. Мэтьюс Мэйн. Великолепная, классная работа. И в прошлом году он занял, по-моему, 5-е место, вот мастер камня. Я почему говорю дружище, потому что он часто использует в своих работах камень, который я тоже люблю. И вот сейчас на ваших экранах всплывает, или всплыла, короче, его работа. Великолепная, классная работа, которую я сам когда-то хотел реализовать, но побоялся, потому что она очень сложная. И я поздравляю Мэтью с этой победой. Филиппины сегодня, ну вернее не сегодня, а в этом году, это вечно молодая, вечно пьяная. Вот. Но мне хотелось бы вот в этом ключе сказать, очень большой негатив вижу от дятлов, которые начинают засирать топовые работы. Я начну с того, что, наверное, есть такая поговорка: победители не судят. А во-вторых, ну, наверное, вы сами станьте, наверное, топовым акваскейпером, тогда вы можете что-то сказать. К сожалению, я очень часто, особенно в этом году, вот слышал на работу Мэтью: ой, фу, да это унитаз, да это там дючка, там сортир и так далее, да там амановский конкурс валился. Я вот хочу выразить как-то лояльно свой негатив, послать всех нахрен, вот ребят, которые, ну, дятлов. Вот давайте я буду говорить слово «унь», вот, а на самом деле буду говорить дятлы. Так нельзя делать. Я понимаю, что есть дело вкуса. То есть, может, работа нравится, может, не нравится. Но когда кто-то обзывает топовую работу, он опускается ниже плинтуса. Он просто превращается, не в моих глазах, а в целом, это говно человек. Вот, извините, я высказался. Но так делать нельзя, ребята. То есть, если вам может нравиться что-то, может что-то не нравится, еще раз повторю, это дело вкуса. Если вы критикуете, критикуйте это объективно. Но за работу Мэтью я вот, например, горло перегрызу всем, потому что это очень сложно. Я реально сам пытался представить, спроектировать вот эту пещеру из-под низа. То есть это дорогого стоит, это огромный талант еще у Мэтью. И я его поздравляю с этой работой и всегда буду ей восхищаться. Нравится, не нравится, дело вкуса. Это примерно точно так же, как я про язык тролля свой слушал. Кучу высказываний в плане того, что да, тут два пальца об асфальт, и все, и я точно так же сделаю. Сделаем, и тогда с тобой поговорим. Ой, ладно, ребята, извините за эмоцию, но как бы тема про Кваскейп, я вот хочу высказать все, что думаю по этому поводу. Так, а у меня свет загорелся, я сейчас его выключу и продолжу. Угу. А пока Олег там распалялся в своих гневных комментариях и пошел выключать свет, я предлагаю немножечко уделить время рекламе нашего любимого спонсора, компании Tetra. И сегодня хочу прорекламировать корм для петушков. Вот он. Камера, давай.
Камера, давай, давай, давай. Не подводи меня. Вот она. Это бета-ларва стикс от компании Tetra. Корм сделан в форме червячков, которые с удовольствием петушок может заглатывать прямо с поверхности воды. Корм содержит питательные вещества и все необходимое для здоровья вашего питомца. Дозировать очень удобно. Мой конкретно петушок съедает ровно 3 червячка и остается абсолютно довольным. Плюс этот корм очень позитивно сказывается на окрасе вашей любимой рыбки. Всем, кто любит петушков так же, как люблю их я, настоятельно рекомендую пользоваться именно им. У меня баночка уже подходит буквально к концу. Скоро куплю точно такую же. Так, Олег там все еще мечется у нас. Жух. А мы вернулись с рекламы и теперь переходим к следующему не менее позитивному моменту. Как вы знаете, у Олега тоже были и еще будут, я не сомневаюсь, очень серьезные успехи на поприще акваскейпинга. И он сегодня уже говорил, что он выслушивал уже весьма нелестные отзывы о своей работе, которая, к слову, мне очень нравится. Называлась она, если кто забыл, «Язык тролля». И вот я хочу сказать, поговорить на эту тему с Олегом. Олег, расскажи нам, пожалуйста, все-таки еще раз давай проговорим, как эта работа создавалась. Все-таки, что нужно рядовому гражданину для того, чтобы создать вот такого уровня работу? Давай, жду твоих комментариев. Друзья, слушайте, я хотел, во-первых, извиниться за свет, который включился. Больше даже не за то, что он включился, а за то, что, скорее всего, у вас до этого были шумы. Ну, всего не успеешь. Тут куча софитов, света всякого, поэтому за всем не уследишь. Прошу прощения. По поводу языка тролля. Слушайте, давайте поступим с вами так. На канале очень много роликов о языке тролля, там в плане того, что даже Hardscape был показан, и мы много рассказывали, разбирали эту работу. Я хотел бы сказать, наверное, те вещи, которые бы мотивировали вас на мир прекрасного. Во-первых, я хотел бы сказать, как вообще эта работа получилась. А получилась она достаточно банально с точки зрения жизни. В 2019 году у меня родилась дочь, как раз вот в октябре. И многие из вас являются или будут молодыми родителями и знают о том, что ребенок новорожденный это очень сложно в плане дикой несплячки, в плане ответственности. И я, например, как мужчина, был очень сильно вдохновлен этим событием. В целом в нашей жизни это вот три важных события: родился, женился, куда я вкладываю деторождение, и умер. Вот. Поэтому вот на таком вот хорошем акценте, на таком хардкоре, когда ты не спишь, не ешь, и там все время твое посвящено ребенку, я создал язык тролля. К чему я это говорю? Не к тому, что вам надо срочно идти рожать, или там готовиться к этому процессу, но когда вы занимаетесь акваскейпингом, и если вы хотите достичь качественных результатов, вам нужно вдохновение. Это может быть на самом деле что угодно, допустим, музыка, или там позитивное настроение, или, например, наоборот, вам нужна полная концентрация, тишина. И если вы хотите достичь хороших результатов, вам нужна вот эта вот эйфория. Как вы ее получите, это уже вопрос третий, но главный мой посыл – уходите в этот мир, уходите полностью. То есть не занимайтесь никогда через силу акваскейпингом, никогда не делайте это через труд. «А, вот здесь я сейчас быстро здесь делаю, вот тут раз побежал». Нет, так не получится. То есть как минимум выделяйте себе неделю, две, если можно больше, вот именно вашего мира, вы и аквариум. И создавайте свои шедевры. Поверьте, это получится. И еще я хотел сказать, привести пример и передать привет Андрею Захарцеву. Это мой, так скажем, дружище, с которым мы общаемся ВКонтакте. И почему я привел это имя? Потому что он с первого года участия в Омановском конкурсе занял 314 место, по-моему, Андрей, если я не ошибся. И я хотел сказать именно примером Андрея привести вам, как сказать, довод и повод к тому, что не бойтесь участвовать. Андрей, перед тем, как поучаствовать на конкурсе, пообщался со мной, поговорил с Александром Малетиным, это тоже наш отечественный акваскейпер-ведущий.
пообщался с импортными акваскейперами, набрался опыта, посмотрел мастер-классы и с первого раза стартанул в трехсотку омановского конкурса. А это шикарно. Выведем его работу, давайте сейчас на экран. Человек просто молодец. Я за него очень сильно рад. Вот просто, дружище, ты огромный молодец. Почему я так говорю? Потому что когда я начинал, интернет был плохо развит. Вообще нифига не было. Вообще ничего. И я как бы, ну, самоучка этим всем занимался и учился. И я первый раз, когда поучаствовал в омановском конкурсе, неважно, какая это работа была, но я занял 1000-е место. А Андрей с первого раза зашел в 300-ку. То есть там люди, поверьте мне, люди с десятилетиями входят в 300-ку, в сотку мечтают попасть, а он с первого раза взял и попал. И я уверен, что если он продолжит свое дело, а я уверен, что он продолжит, он обязательно добьется сотки успехов, а то и топовой позиции, онер-прайса омановского конкурса. В этом деле главное огромное желание, огромная вовлеченность. К чему я подвожу? Что важно не только родить ребенка и иметь вот это свое любимое, так скажем, внутреннее богатое состояние души своей, но еще, конечно, практика, опыт, общение. Все это очень важно, то есть без, так скажем, практических основ, как приклеить камень, вы, конечно, не создадите какой-то аквариумный шедевр, но я могу вас уверить, что за 1-2 года можно стать хорошим акваскейпером. Вот, главное не обламываться. На моей, так скажем, аквариумной практике очень много людей, которые просто обломались, то есть, ну, заходили 800-е место, 600-е место и так далее, то есть 2-3 раза поучаствовали, а потом просто забросили это гиблое дело, потому что, ну, это тяжело на самом деле, акваскейпинг, это тяжело, это огромный труд, вы должны тоже это понимать, что это не только вот я сейчас буду тут вот как бабочка парить над аквариумом, нифига подобного, то есть порой иногда, то есть, ну, давайте вещи своими именами называть, жопа болит до умопомрачения, когда ты стоишь 10 часов и стрижешь траву, или целый день ты камни тягаешь, клеишь, то есть все это очень сильно болит она, очень, причем не только у меня, то есть я знаю, вот у Терезы проблемы с позвоночником, и несмотря на то, что у нее проблемы с позвоночником, из года в год она как пчелка стоит и потом охает мне в нашей личной переписке, говорит, все, не могу, у меня все, уже звезды в глазах, и не только в глазах. Вот скажем так, вот я высказался по поводу терпения и труд все перетрут, и плюс огромное внутреннее богатое состояние помогут вам занять топовые позиции. Передаю Дмитрию слово. Ну, во-первых, всем труженикам акваскейперского ремесла мы желаем терпения и доброго здоровья. Пусть по минимуму у вас болит спина, пусть по минимуму у вас отпускаются руки. Всем тем, кто этим занимается, большое спасибо. На самом деле, ребята, вы делаете, я считаю, очень нужное дело, мотивируя других продолжать наше чудесное аквариумное хобби. Но если у вас аквариумы и не представляют собой акваскейпы, и вы их так же, как и я, никому не показываете, то тоже все у вас хорошо, вам тоже больших успехов, просто не в покорении каких-то конкурсных вершин, а просто в создании того, что вам действительно нравится. Олег, еще что-то по теме хочешь добавить, или мы все потихоньку будем завершать наш сегодняшний эфир? Да, давай поступим с тобой так, я выскажусь, уже попрощаюсь с ребятами, а потом ты финализируешь наш с тобой разговор. По поводу акваскейпинга в России, ну, тема достаточно, скажем так, неоднозначная, то есть нет однозначного ответа на данный вопрос. Я почему захотел на него ответить, потому что подписчик спрашивал, почему нет конкурсов в России, почему вообще все так фигово. Ну, начнем с того, что давайте на ваших экранах выведем количество участников в омановском конкурсе. Как вы видите, давайте обобщим, страны Азии, они просто ордой заходят на омановский конкурс. Европа хорошо заходит на омановский конкурс. Да, господи, маленькая Венгрия, она заходит большим числом людей, чем россиян. Хотя страна огромная. И, к сожалению, оно так. Если вы посмотрите на статистику, ежегодно от России участвует 15 человек максимум, ну 16 человек. От огромной страны, от Украины человек 8, от Белоруссии человек 2. То есть все славянское, так скажем, пространство, оно, к сожалению, не в теме, что ли, так скажем. Это очень обидно, и
Тут вопрос действительно, я когда думал, вот как ответить на этот вопрос, можно было бы ответить просто, да, мы тяжело живем, там у нас тяжелые времена, поэтому все так плохо, мы не имеем много времени на наше хобби, у нас нет много средств на наше хобби, а потом мне пришла такая мысль, слушайте, ну возьмем давайте такую страну, как Индия, азиатская страна. Если кто был в Индии, он прекрасно меня поймет. Это страна мусорка. Обезьяны, кабаны, бурундучки. Трэш просто. Просто огромный трэш. Ты ездишь в отелях, ты въезжаешь в отель, во дворец, ты выезжаешь из него, ты попадаешь просто в какую-то мусорную анархию. И сказать, что там люди хорошо живут, я не скажу. Я могу вам сказать, я приехал из Индии в Россию, и я понял, как я счастлив, что я живу в такой богатой стране, в которой все хорошо. И вот вам пример в плане того, что, скорее всего, да, финансы, время, оно имеет место быть. Но мне кажется, что Индия-то тоже очень бедная страна. Мне кажется, что здесь еще есть одна грань этой проблемы. Это сообщество. К сожалению, у нас до настоящего времени не сформировалось должное аквариумное сообщество. Я, поверьте, вот общаюсь, упоминал с Терезой. Тереза общается с европейскими товарищами. Там огромные банды. То есть я вот общаюсь по возможности с Мэтью. И все это огромный такой, скажем, клубок любителей огромного мощного хобби. И там целые банды существуют. Ну вот давайте так, чтобы не лебезить. То есть в Европе огромная есть банда. У них тоже есть свои срачки, там какие-то терки. Но все равно это огромный коллектив. Они все подчинены одной мысли. Акваскейпу. Точно так же, как и в странах Азии. То, что я вижу, то есть малазийские товарищи Джош Сим там вокруг себя собирают тусовку, и они общаются, и там соревнуются, и говорят, а смотри, как у меня, а ты смотри, как у меня круто, а я здесь там вот такой камень добыл, а я сюда поставил. То есть все оно развивается за счет наличия коллектива. У нас, к сожалению, такого коллектива нет. Ну, я как уже сказал, у нас вот три коллеги участвуют в Омановском конкурсе. Вот на память две фамилии, которые сразу я могу выпалить. Это Дмитрий Паршин, тоже великий и могучий акваскейпер, который уже десятилетиями просто штурмует этот конкурс. И был тоже в Honor Prize, третье место занял. То есть, короче, молодец товарищ. И до сих пор он любит это хобби и всегда им... Ну, короче, наверное, пожизненно будет его любить. И второе имя – это Александр Малетин. Вот два имени, которые я слышу. Но, к сожалению, вот три коллеги. Да? Я, он, ты, она и все. И больше никого. И поэтому я призываю, наверное, всех ребят, кто хочет будущее поколение, старайтесь общаться, находите соратника. Я объясню, почему это важно. Потому что, когда ты работаешь в изобразительном искусстве, у тебя глаз замыливается, или тебе элементарно нужна и эмоциональная поддержка, и взгляд со стороны. То есть, когда ты что-то сделал, и тебе сказали, не обязательно в лестной форме, о, это шикарно, это классно, а наоборот сказали, тут не так, тут не это, мне это нравится, это не нравится. Вот в чем важность этого коллектива и сообщества, которое должно формироваться. Ну, вот такая вот мысль, наверное, деньги, время и коллектив. А по поводу конкурсов, слушайте, ну был у нас конкурс «Кадр» в России, к сожалению, он загнулся. И загнулся, ну почему? По тем причинам, которые я уже озвучил, а во-вторых, ну я еще раз отмечу, что это огромный труд. То есть, если мы хотим конкурс «Кадр» возродить, это огромная спонсорская поддержка, огромная и неоднократная, и, так скажем, многолетняя работа с аудиторией. То есть нужно это понимать. То есть простенькие конкурсы на базе блога, влога или там какого-то аквариумного ресурса, да не вопрос провести. А если мы говорим о грозной российской машине акваскейпа, ее надо воспитывать. А для этого нужен стабильный, хороший спонсор в этом вопросе и коллектив, потому что вот мне однажды предлагали провести акваскейперский конкурс на базе фанфишки. Я думал и передумал, потому что я один не потяну, потому что как минимум должно быть много хедлайнеров в этом деле, много рук, много помощников, и это все должно быть не в плане того, что тяп-ляп, а это должно быть с пониманием, для чего ты это делаешь. Ну, как-то так. Я прощаюсь с вами, друзья, до новых встреч. Пока. Дмитрий, завершай. Угу.
Я, в общем, скажу практически то же самое, что и сказал Олег, но я скажу немного проще. Вот мое такое мнение, почему на самом деле, в частности, и аквариумистика находится вот в таком иногда, ну не в том состоянии, в котором нам хотелось бы. Мне кажется, проблема во многом заключается в том, что слишком много времени наши соотечественники и аквариумисты в частности тратят на то, чтобы обливать друг друга дерьмищем. Вот если бы все то время, которое они этим занимаются, они бы работали над своими акваскейпами и помогали друг другу советами, все резко бы изменилось. И я хочу сказать, что вот это вот я вижу абсолютно на всех уровнях. Если вы мне не верите, попробуйте, прикиньтесь новичком, возьмите любую фотографию из интернета там, с каким-нибудь больным петушком и задайте с этой фотографии вопрос на любом аквариумном форуме. Вот просто выложите на форум, подождите, какая будет реакция. Столько высокомерия мало где вы найдете. Мы в своей группе в ВК с этим активно боремся. Сразу скажу, что вот такие вот особо умные нам вообще не нужны абсолютно. Только портят атмосферу. Толку от них нет все равно никакого. Они никогда в жизни ничего полезного не скажут. Но вот это вот сгибание пальцев и кидание понтов, там, где оно вообще не нужно никому, оно будет литься бесконечно. Поэтому, ребят, на самом деле, вот давайте настраивать себя таким образом. Если новичок к вам пришел с самым даже простым вопросом, который вы задавали 250 тысяч раз, два варианта. Либо ответьте 250 тысяч первый раз, либо вообще просто промолчите. Обязательно найдется тот, кто сможет ответить компетентно и правильно. Свои вязкие комментарии по поводу того, что вот, вы вообще ничего не читали и все прочее, к вам потому и обратились. Знаете, есть такой классический анекдот, когда сын приносит в дневнике следующее замечание. Ваш сын ничего не знает. А отец берет и ниже пишет. Именно поэтому я и отдал его в школу. Да, действительно, новичок, когда приходит, он ничего не знает. Это нормальная история, потому он и новичок. И вот именно ваша задача как опытного аквариумиста – его научить. Либо заткнуться. Опционально. Выбирайте, как вам нравится, абсолютно. А вот на такой нравоучительной ноте по теме акваскейпинга в России и его, может быть, не самого простого состояния, предлагаю завершить. Свое мнение обязательно напишите в комментариях. Меня зовут Печальный Астронотус. Любите друг друга и будьте счастливы. С вами был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Всем пока. Где бы мы ни жили, независимо от возраста и профессии, всех нас объединяет одно – любовь к миру аквариумных рыбок. Мне кажется, что человек, увлекающийся аквариумистикой, наделен даром любви не только к людям, но и к окружающему миру. Этот человек способен созидать и делать этот мир лучше. Number 20. Tororutunga. Tororutunga by Oleg Mazevich from Russia. Oh.